Еще когда-нибудь до этого дойдет, но какие самые полезные вещи вы вынесли из самой своей первой работы? То есть вот когда вы, знаете, перестали быть любителем и стали профессионалом, да? Какие навыки или знания вы при этом получили? Вот, ну, именно, ну, как бы технические, да, ты имеешь в виду? Не обязательно технические, любые, то есть, любые. То есть там я пришел и увидел, что, я не знаю, разработчики игр не моются, и поэтому надо ходить с прищепкой на носу. Или там я пришел и понял, что ага, вот столько технических ограничений, каких-то, да, мелких штучек, которых я не стал, я выучил это, ну, или так далее.